И еще одно ограбление. В Херсонском сквере мужчина угрожал ножом и забрал мобильный телефон у 24-летней одесситки. Позже вора задержали. Как рассказали полицейские, он оказался сиротой без постоянного места жительства. Да. Была вызвана следственно-оперативная группа, в присутствии которой был изъят у задержанного мобильный телефон, который опознала потерпевшего. Теперь грабителю грозит до 4 лет лишения свободы. Следствие продолжается.